На этой неделе стартовал второй этап обсуждения 50 детских площадок, которые будут установлены во дворах города Петропавловска в этом году. Этап начался очень активно, работают инициативные группы, которые сейчас обсуждают. Первым этапом обсуждалось наполнение детских площадок, а сейчас обсуждаются окончательные эскизы и место расположения площадок в дворах Петропавловска. Очень важно, что эта работа позволяет привлечь граждан к решению общегородских вопросов, и, безусловно, это позволит создать культуру для более бережного и правильного отношения к общегородскому имуществу и к тем объектам благоустройства, которые будут построены в этом году и были построены в предыдущих.